Ай, привет, Даниэль. Привет, друг динозавров, Додо. Ну вот, снова собрались, дорогие друзья. Привет всем. Да, в Москве Катюшка, Танюшка. Привет. И я, вот по милости Божьей, благодати Божьей, благодатью, оказался снова в Москве уже в 2014 году. Это первый раз в этом году. Ну, думаю, что не последний. Замечательная атмосфера в Москве, солнечная погодка, хорошее настроение, молитвенные движения Духа Святого просто движет нас выше и выше в небеса. А сейчас мы будем праздновать вот замечательное утро, день свежей салатики. Да, Швеция рулит. Да. И редисочка украинская, натуральная, домашняя, кропчик, помидорчики, вкуснятины, салатики. Аминь.